Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня у нас ЗИЛ-130. Многие просили, ну, я по опросу, по крайней мере, понял, что вы хотите его. Вот, ну, карьеру мы, в принципе-то, ребят, проходить не будем, так как, ну, там смысла нету, там все перепрохождено, переснимето, ну, короче, все в этом духе. Мы будем, ребят, проходить трафик, потому что он тут очень интересный, ты, на самом деле, дохрена всего, что, собственно говоря, мы сегодня и будем делать. Пройдем сегодня несколько уровней. Давайте, знаете, это сделаем мастер вождения на зиле. Блин, я забыл, по-моему. Там на автомате же, надеюсь, да? Да, на автомате. Ну просто, ребят, серьезно, ну что снимать в карьере? Да, кстати, всем приятного аппетита. И, ну, приятного просмотра. Так, а тут как бы, ну, интересно довольно-таки. Особенно то, как я буду проходить Бэпан. У нас сил, я так понимаю, на фуловой настройке. Мы что, все? А нет. Столкновение. Первая миссия прошла прахом. Так. Это что? А, это камеры. Ну вот, свет можно включить. Всего лишь 1000 метров. Так вот, пошашковать можно. Кстати, очень эпично тут, я так думаю, будет. Так. Опа, казие. И по встречке, просто по встречке километр проехать. Это же каждый день, на самом деле, так делаю. Даже не, вот не попал. Да? Я думал, хоть что-то обгоны какие-то были, что ли. Их не было. Так, второй уровень. А, ну у нас получается. А, понял. Угу. Так, ночь нам проехать 1500 метров. Просто тут? Или как? А, нам дается минута. Ну, я думаю, все увидели, да? Едем по какой-то деревушке, проселочная, да, ну, я бы не сказал, что проселочная дорога. И так, Аказия, пазик, зачем ты перестроился? Опасно, в десятку влетели. Угу. Моя вина, на самом деле. Так, поехали. Он, вот, просто встречен спидометр, он сразу кладет стрелку вниз. Зил академика какого-то получается. Так. Оп. Бля, буханка. Осторожно. Да, кстати, получается еще фишка в том, что я не буду отпускать газ. То есть я как нажал один раз на него, так и не отпускаю. Так. 1500 метров. На встречку, я так понимаю, выезжать нельзя. Итак, кочки, не кочки. Ну, мы уже где-то 130, наверное, едем. Так. Ладно, тут было исключение, иначе я бы просто проиграл. Вот зачем они все дело это загородили. Приходится мне объезжать их по обочине. Обочечник, ё-моё. А, в то время у нас... Так. Ну, тут у нас 30 секунд. И мы успешно завершаем, что, с третьего раза, да, по-моему? Так. А цель выполнена. 4 обгона, 0 опасных сближений. Тут что у нас надо? Выполнить 3 опасных сближения. Угу. Я, по-моему, это очень долго делал. Не помню. Так. И что дальше? Нам. Ну тут нам вроде на встречку тоже выезжать можно. Вроде. У нас, кстати, минута. Но мы можем. Так, не было никаких еще опасных сближений. Так. Они! Бля, я там десятку, по-моему, сбил. Не было опасных сближений, ребят.
Так, короче, сейчас сделаем так, что получается рядышком, вот будем рядом ехать. Проблема еще в том, то, что я не чувствую габариты ЗИЛа. Это очень, на самом деле, херовенько. Так, можно, в принципе, на встречку проехать. Тут опасных сближений очень много. К примеру, вот этот. Тихо. Что у нас тут? Оп! Еще одно, ребят. Еще одно сближение, у нас 20 секунд. Так, я не могу. 16, мне срочно нужно где-то... Время! О! Я выполнил, нет? Столкну, бля! Сука, чуть-чуть не уместился. И поехали. Так, я так понял, мы можем легко сейчас сделать это все на встречке О5. Угу. Пока ноль опасных сближений. Где-то 100, ну 100, 110, 120. Да. Он быстро очень набирает соточку. Быстрее какой-то там жиди, наверное. Так, тут все занято. Мы выезжаем сюда. Обратно к себе. И... Нет! Столб! И... Да. Хорошо, хоть поломок нет. Так, у нас, кстати, 17 секунд. Мне нужно срочно где-то взять время. Поэтому я... А, вот, кстати, я вижу. 8. И хоп. Так. Так. Я еще ни одного, по-моему, опасного сближения не сделал. Блин, пазик. А нет, одно опасное сближение-то и было. Всего. Какой жигуль. Ну, газель. Так, опасно. И с раскачки там пазик. Вот это было то, это было реально опасно. И это, кстати, с девяткой тоже. Так, обратно к себе. Возвращаюсь за временем. Так, жига, буханка. Из стороны в сторону. Махачкала. Так, это было очень опасно. Время. Так, пазик, по-моему, перестраивался. Мне сколько еще-то надо было опасных движений? Тут их столько было, что не пересчитать. Еще одно время. О. А, оно типа добавляется. Ура! Я сделал. Цель выполнена. 4 опасных сближения и 2 обгона. Наконец-то. Что у нас тут? 2 километра по окей. Нет ничего, в принципе-то. Сложного, я думаю. По встречной полосе всего лишь напросто проехать. Я думаю, до 5 уровня дойдем, а 5 уже потом мы... Ну, я в отдельном видосе сниму. Если вам понравится... Очень все это стало интересно. В принципе, можно вот по вот этой обочине ехать, но плюс мне еще надо же время собирать. Так, буханочка, осторожненько. Так, серединка. Середина пустая. Это очень опасно. Это очень опасно было. Пазик, приора. Ёп! В Волгу влетел. Наше представление. Еще надо смотреть за временем, потому что оно, блин, уменьшается. И, блин, когда это все нужно сразу делать, это очень, конечно же, затруднительный варик. Оп. Блин, топ. Опять Волга. Блин, что они по обочине-то решили ехать? Так, тут обгон. Тихо. Так, 30 секунд. Это было опасно.
Мне нужно, кстати, за временем время забрать и еще на встречку обратно уехать. Так. 14 секунд, ребят. Мне нужно срочно время где-то искать. Я поехал за временем. О, время вижу. Нет. Успел. Вот я сейчас просто-напросто обязан завершить. Блин, тут, ну тут херня осталась. Если я сейчас врежусь, то это... Не, ну... Угу. Успел? Да! 2.10. Да, ебой. Хотя проехал, кстати, 3 километра. Один обгон был. В принципе, проехали очень-таки хорошо. Трафик и... Ну ладно, давайте 5-й уровень пройдем. И уже следующее. Собрать 5 чекпоинтов. Это я, кстати, не проходил. Так, включим дальняк сразу же. А где чекпоинт-то находится? А? Так, собрать 5 чекпоинтов. Интересно, а где они? Пазик. Ага, вижу чекпоинты. Да, это он. Получается, один я собираю. А, блин, время-то еще тоже. Это будет в несколько раз сложнее. Аккуратно, времечко собираем. И вижу чекпоинт. Аккуратненько подъезжаем. Блин, ну как они. Трафик, конечно, очень, блин, медленный. Так, 16 надо время еще собрать. 12 секунд у нас. Мы собрали пока 2 чекпоинта. Так, вот вижу еще один. И мы до него успешно, кстати, едем. Так, время надо собрать. Бля, Волга, сука, я не увидел ее. Идеально пропускаю. Обидно. Я надеюсь, там больше 5 же будет чекпоинтов. Иначе это, конечно, будет писец. Бля, еще 10. Это было очень опасно. Так. Ну, ёб твою мать. Как я должен был за этим чекпоинтом увидеть, то, что там Волга едет? Недоработка какая-то. Хотя бы сделали, чтобы они полупрозрачные были. Едем. Там рядом сейчас должно быть будет еще одно время. Например, шо ж быстрее. 18 секунд. Мне надо сейчас очень быстро успеть взять время. В принципе, я его вижу. 10. Блять, пока... Вот как я должен успеть? Ну, заебись, меня заблокировали. Давай, едь. 2 чекпоинта. Срочно нужно сейчас где-то брать время. Чекпоинт времени, блядь, где он? Я вижу... Так, 2. А к хуям я даже доехать-то не смог. Я не понимаю. Или чё? Тоже опасно было? Мне интересно, сейчас в задницу кто-нибудь летит нахрен, достаю там. Чекпоинт, где вот он? Вот там. Мне надо срочно его достать. Пока там никакого трафика черепах не было. Так, там время. Аккуратно мы пролазим. Буханка. Ну, родной, давай быстрее. Так, третий чекпоинт вижу. Аккуратно перестраиваюсь. Вроде там, кстати, не задел фонарь. Беру время. Кстати, так, стой, тормоза у него говёные, если честно. Еду дальше за чекпоинтом. Главное просто не влепиться. Обгоняю десятку, ее подрезаю. Так, газель. Родной, давай быстрее. Так, дальше. Нам, по-моему, кстати, 2 еще чекпоинта надо. Так, вижу вдалеке тоже чекпоинт. Проезжаю 2 такси. Так, Волга, в которой я обычно... А, ну все, да.
11 секунд максимальная скорость. Так, 174 встречная полоса, 174 метра, дистанция 3 километра, 7 обгонов, одно опасное движение. Ну, в общем-то, ребят, как-то так получилась вот такая вот у нас интересная серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделали. Ну и давайте наберем прежний актив, потому что он сейчас очень почему-то маленький, ребят. Это очень плохо на самом-то деле. Вот. Ну и пишите крутые комментарии, я их всегда лайкаю. А на этом все. Всем удачи и всем пока.